Решила сделать себе яичницу с ветчиной. Два кусочка отрезала, уже на сковородку положила. Потом такая разрезаю следующую и не пойму. Думаю, что ж такое? Смотрите, что внутри ветчины. И он какой-то бесконечный. Я его еще даже до конца не вытащила. Это просто пакет. Это знаете, что за ветчина? Ветчина, вязанка. Вот эта вот столичная ветчина. Приложение идет бонусом, пакетик бесконечный, упаковочный. Вот такая история. Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Оставайтесь со мной, начинаю новый влог я. Девчонки, приехали домой, сразу началась суета, детей утром в школу развезла. Не, вчера мы приехали, еще уроки, ну, они с бабушкой сделали уроки, Егор, я проверила. Бабушка проверила, вернее, все было правильно, я сказала переписывать чистовик, надо при мне. Все, еще вчера уроки сделали. Вчера закинула стирку, сегодня стирку закинула, глазка. Сейчас стою такая, думаю, буду делать мясо по-французски. Мясо достала, все, лук нарезала, еще с девчонкой болтаю. Ну, учатся вместе Софийка с мальчиком, и вот тесно мы стали общаться на фоне учебы и вообще потом. Разговариваю с ней, такая говорю, она что-то не про картошку с мамой там между собой. Говорю, картошка, стойте, подожди, заглядываю, у меня девчонки картошки ноль. Все бросила. Ну что, было первое попавшееся отдела. Кстати, я открываю или нет? Первое попавшееся, думаю, еду за картошкой и, соответственно, куплю. Вчера по дороге домой мы купили 2 ящика помидор, 20 килограмм болгарки, чеснок, морковка. Морковка, что еще? Софийка позвонила. Ого, что там за пыль такая? Что такое ветер? Или кто там пыль наделал? Все, девчонки, еду, короче говоря. Делал очень много, и у меня были определенные еще пункты, куда я хотела заехать. Я хочу еще заехать уже для наращивания ресниц, посмотреть определенный мастер, посмотреть эти, ну, всякие там приборчики, штучки, не знаю, как это называется, почему тут такая пыль, не пойму я. Вот, но не знаю, получится нет, потому что мне уже и через полчаса Егора забирает. В общем, планы, как всегда, грандиозные. Так, успею, нет. Это время ограничено. Поехали. Оставайтесь со мной. Вчера покупки сложили все в зале. Оставили матрас. Мы купили матрас на улице. Оставили кресло на улице. Кожаное. По-моему, муж даже его с собой не взял на работу еще. Вот. Остальное в зале, не знаю. Наверное, отдельно, может, сниму, скорее всего, этот ролик. Про Икею-то, в принципе, показывать нечего, потому что покупки были крупногабаритные. Чтобы их показать, их надо собрать. Собирать их мы будем, когда будет у нас кухня. Единственное, покажу вам ковер. Девчонки, ну, не знаю, я от себя в шоке. Вот. Смотрела вообще в одной расцветке эти диваны. Я сказала ковер? Или я сказала диван? А купила совсем что-то из ряда вон другого. Ну, короче говоря, не знаю теперь, правильно я сделала, либо я все-таки сделала неправильно. Начала об этом думать. А если я об этом думаю, заморачиваюсь, то значит я сомневаюсь. А если я сомневаюсь, то это не очень-то и хорошо. Это оказывается какой-то напылил. Сейчас вам покажу, какая пыль. Это едет и пылит трактор, что ли. Девчуля забрала Егора со школы. Приехали в большой магнит. Мне надо... Поздороваешься. Привет. Да, и этот. И потом хочу зайти вот сюда в бигшоп, купить себе футболки для дома. Да, он давно здесь, там разные виды чая. А давай посмотрим, зайдем. Нет, мы ж такое не пьем без всяких. Фруктовый? Да, я пил фруктовый. Значит, ты сомневаюсь очень сильно, конечно. Когда вас не было. Когда вас не было, это происходит. Это было давно, когда мы с дедом играли. И какой же вкус был на этом чае, интересно. Какой-то, знаешь, фиолетовый чай. Фиолетовый? А, ясно. Ну, пойдем сейчас в магнит сходим, потом в бигшоп. И? В чай, ну, я не обещаю. Тратить деньги впустую, чтобы это все валялось. Нет, я буду. Посмотрим. А, вот здесь тоже открыто, пойдем сюда. Батарейка почти заканчивается. Сейчас бабуле будем выбирать кроссворд. Знаешь, она какой любит? Типа, которая, типа, теща, нет? Что это? Так, а вообще, какие здесь кроссворды? А вот они толстенькие, да? Бегемот какой-то там еще. А интересно, какой нужен сканворды или какие? Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Давай сканворды. А, кроссворды и сканворды вот есть для пенсионеров. Правда? Так, давай открой, посмотрим. Открой, посмотрим. Где бабушки? Где бабушки? Открой, Егорка.
А, для пенсионеров типа большими буквами. Все ясно. А ну вот эта толстушка. Мы уже в магазин поднялись, забыла камеру включить. Я хочу футболки для дома посмотреть себе. Прям такие пошире, чтобы вот с этими велосипедками, или как их сказать, надевать. Типа туники, что ли. Они тут пока все коротенькие. В общем, походим, посмотрим. Нет, это все новые вещи. Почему? А, что это такое? Я не понял. Какая странная футболочка. Мама, ты хорошая. Нет, я говорю, не я, странная футболочка. То есть не по возрасту, как бы. Может, футболочка это и нормальная. Вот, ну вот типа такого. Но это такое ощущение. Хлопок 95, слушайте. Ну да, вот она. И цена у нее. А какая же цена? А, исчез, да. Ладно, буду искать. Девчули, купил Егорка себе в этом магазине. Смотрите, какая страшная маска. Еще и пистолет. Зашел в маске, бабушка открывает двери. И такой, ой, боже мой, внучок, как ты меня напугал. Да? И дедушка тоже в шоке. Дедушка, ой. Дедушка вообще выключал. Вот это у вас сейчас игрушки и моды. Это ужас просто. Вот я купила футболки, девчонки, покажу, сейчас достану. Не на себе, а просто. И вот мне надо картошку занести. Самое главное, зачем я ездила. Юли, давайте я по горячим следам покажу, что я сегодня купила. Егорка тут со своей... Егорка. Вот это самый полезный. О, я же уже показала. Самые полезные, самые страшные. Что ты стал пистолетом играть? Ты же вроде как-то не очень любил. Так, девчонки, главное, я купила 100 рублей. Или не знаю, не скажу. Просто это пистолет из моей игры. Вот, кстати. А, вот как. Мама не то делала. В общем, опять себе провод купила для телефона. Потом футболочки, девчули. Я так поняла, они типа оверсайз, потому что размеров нету, да. Это у меня будет, ну, как я и говорила, с леггинсами вот этими своими носить. Что-то пошире. Не знаю, насколько пошире я надела, но как будто мне вообще такой же рабусей стало. Наверное, скорее всего, надо трезво смотреть. В общем, вот такая футболка, девчонки, 600 рублей, по-моему, 591, да, 600, без рубля. Это для дома. Потом сиреневая взяла. Здесь 95% хлопок и, видимо, еще там что-то, эластан какой-нибудь. В общем, дайте почитаю. Полиэстер 5%, да. Что? Сделано в Корее. В общем, такая футболочка, девчули. И из... Привет, привет. И из мужского варианта спустились в мужские. Девчонки, купила еще себе такую просто голубую. 3XL она по-мужски выглядит. Но здесь вот, да, она какая-то... На мужской лад, по-моему, рукав. Ну, посмотрим. В общем, чисто голубая, да, и на фоне у нас. А фоне очень хорошо, ну да, наша собачка, значит, у них хорошо сочетается рыжий цвет, в данном случае с голубым. Следующая футболка, получается, она у нас сделана в Китае. Она была такая дешевенькая. А, 500 рублей. Вообще даже скидка на нее. Ну, чисто хбшка. Это тоже у меня будет она под леггинсы. Ну, и тут, соответственно, герой сегодняшнего дня, артист малых театров и иногда больших, Афанасий Афанасьевич. В общем, так, девчули, такие у меня были сегодня покупки. Рада, довольна, потому что леггинсы вроде есть, и все остальные футболки уже такие себе. Во-первых, все черные. Вот, во-первых, все черные. Во-вторых, короткие. Вот, то есть с брюками их можно одевать, а с леггинсами как-то не то. Еще леггинсы такие прозрачные, поэтому получается как-то так. Все. Поехала за Софийкой. Вот я переодела эту футболочку, так как она на меня смотрится. Мне кажется, нормально для дома. Сама тут у меня штаняхи внизу. Тут Соня у нас пришла со школы. Поздороваешься, то, что тут вообще никогда засмущала. Все не поймешь, да что происходит, да? Так, значит, сегодня купили вкусные пирожки у Егора в школе. С капустой. Кстати, тебе понравилось? Да. Вкусно, да? Вкусно. Сыром вкуснее, да? И вот один Егор с сыром остался. Он вообще очень хорошо в школе готовит. Девчонки, я надеваю фартук и буду готовить. Все-таки уже начинать мясо по-французски. Все купила, везде побывала. Вот, поэтому сейчас поставлю воду на пельмени. На пельмени поставлю воду. И
покажу вам свой диван. А вы, пожалуйста, напишите свое мнение. Мне интересно, как вот было с желтым диваном, когда я его чуть не купила. А, наверное, бы купила, может быть, даже не желтый. А какой там еще был цвет? Ну, тоже вот такой серый. И был цвет бирюза. Он бы уже у меня здесь стоял, если бы мы не узнали, что это фабрика, магазин Многомебели, это их фабрика делает, и там такие отзывы. Ни одного положительного отзыва я не видела про эту фабрику. Вот, а уже бы яркий диван стоял не здесь, он у нас, кстати, стоит в этом, не в спальне, а вот, которая еще одна комната с диваном. Ну, что ты шкрябаешь меня? Скрябает он меня, главное, такой скрябает. Все, варим пельмени, делаем второе и начинаем варить борщ. Потом пойду, может быть, Икею еще сниму. Так что такие планы. София сегодня получит уроки и все мне перегладит, потому что глажки там, наверное, неизвестно сколько, тонны две, да, я понял? Так что до включения, девчонки. Меняем, девчонки, вот этот наш лазурит. Вот такой вот матрасик у нас был. Конечно, хорошее, мягкое у него было покрытие, но видите, он во что превратился. Он весь как-то поломался. Брали мы его, наверное, лет 8 назад. Ерунда полная. Ну так вот, да, бархатное покрытие, но и не более. Сейчас муж его выносит. Еще он и треснул там вверху. Здесь сейчас занесут новые киевские. И вот таким образом, получается, выглядит матрас из Икеи. Верхняя часть его очень мягкая, похоже, как на трикотаж, что ли. Очень-очень такая мягкая. Сбоку, можно сказать, как рогожка у них идет. Матрас очень жесткий, и когда на него садишься, особенно если у вас маленький вес, то он под вами вообще не промнется. Если большой вес, то он, ну как сказать, немножечко, да, можно даже, вот смотрите, как сказать, у меня вес не очень маленький, но когда я сажусь, то есть практически он не сминается, не падает. Это для любителей именно жестких матрасов. Здесь у нас идет независимая пружинный блок независимый. Здесь у нас идет кокосовая какая-то прослойка. Ну, в разрезе я, если найду, покажу, конечно, это все. Ну, в общем, поменяли свой лазурит на икеевский матрас. Вот как раз будем теперь у детей у всех матрас Икея. И поэтому, когда мы у старшей дочки уже насколько больше года, 2 года уже им пользуется, тоже у нее очень жесткий. И вообще никакой деформации, ничего нет. Поэтому решили в свою спальню тоже взять такой матрас. Чуть я сижу у Егора, он учит тут математику. Я вот свои футболочки сегодня на радость. Сегодня сказала очень хорошо. Муж пришел, говорит, ой, как тебе идет этот цвет. Угу. Да? Да. Я сама привыкла, что все время что-то у меня все черное, какое-то темное. Мне же непривычно тебя увидеть. Да. Такой яркий цвет, да? Так, что у нас тут с точками? Ну, они еще влажные. Хорошо. Так что посижу сейчас, Егорка математику доделает, и у меня там как раз давай... Ну, мама, там... а общая сторона это периметр? Как понять общая сторона? Ну, типа, общая сторона этих двух сторон 12 сантиметров. Сторона этих двух сторон? Ой, рука болит. Человек все приготовилось мясо по-французски. Здесь у меня курица. Я же, по-моему, говорила, вот так получилось. Не стало до большой корки... За такое прям запекать, потому что мои попросили, чтобы более-менее такой тянущийся остался. Так, сейчас всех накормлю, ну, кроме мужа, потому что он придет попозже. Мы сейчас некогда делать сейчас салат из помидоров, лучка, значит, этого масла душистого. Может, огурчиков туда просто плоско накрошу и поедем. Егор сделала перерыв, сейчас мы же сидели с ним тут. Задачу он там решал, Садика немножко ему объясняла. Сложноватые, конечно, задачи. Непонятно, как без икса. Вот я, допустим, ему не смогла объяснить, как без икса, без уравнения решать. А Савейка пришла, ему как-то объяснила. Вот, давайте я вам, знаете, что покажу. Сейчас чули переведу. Покажу, наконец, диван, который мы вчера купили, да. Я же вам рассказывала, что был сначала и бирюзовый, и желтый, и яркий, всякие. Там я еще и не застелила даже новый матрас. В общем, знаете, так, хожу по чуть-чуть, всем занимаюсь. И сейчас...
Та-дам! Вот он наш диванчик. Села на плед и полетела. В общем, девчонки, мы его тоже рассматривали. Он стоит 37 тысяч. Это московская фабрика. Качество этого дивана, ну, тут даже говорить нечего. Значит, смотрите. Ой, и мне нравится еще то, что Афонька здесь лазит. Видите, и с него не, он не цепляется, быстро все счищается. То есть, качество сразу видно. По тому, когда ты садишься на этот диван, когда ты сидишь на этом диване. Но я, девчонки, сомневалась с цветом. Хотя цвет и серый, но все-таки мне казалось темноватый серый. Но мы так подумали с мужем, что в бело-серых тонах все будет, в общем, как-то стильно. Он все равно смотрится. Принципиально было, чтобы он был на ножках, потому что это кухня. Это обязательно какие-то крошки, мусор, чтобы заезжал пылесос туда, и чтобы я могла шваброй там протирать. Значит, он раскладывается, сейчас покажу вам поближе. Здесь у него вот такие, прям достаточно такие глубокие, высокие спинки. Удобно руку класть, когда вы на нем сидите. Значит, вот так вот у него по ширине 90, как нам подходило. А сама длина его получается 2,20. Тоже он прям идеально. Значит, становится у нас на кухне. Боковинки прямые, тоже принципиально было важно, чтобы много места не занимать, чтобы он там поместился. Все должно было, ну, такое, знаете, лаконичное. Две подушечки, по бокам подушечки. И, соответственно, сейчас я на него присяду. Штатив сделала не очень удачно, он у меня какой-то может упасть. Значит, смотрите, вот я сижу. У меня сразу, то есть на удобной высоте находится локоть. Он не висит где-то внизу, я на него облокачусь. Вот-вот я положила просто, и мне очень удобно на нем сижу. Вот здесь есть подушечка сбоку, то есть здесь я могу, да, вот у меня коленка, ну как сказать, немножко как прилечь. Высота вот здесь, в принципе, удобно полежать, отдохнуть. Ну вот, в принципе, мне он очень понравился. Единственное, что меня смущало... что когда садишься, вот эта сама посадка, посадочное место не очень глубокое. Вот. Ну, потом подумала, думаю, что там. Прилечь на него можно. Вот я, допустим, для кухни шиво. Вот я, значит, что-то делаю, варю, устала. Мне надо подождать. Жаловала, выключила. Ну, вообще, здесь... Вот я пришла, прилегла, и на эту же подушечку все очень мягкий. Вот этот вот... как сказать, материал премиум-класса. И еще, знаете, что мы проверяли? Ой, сейчас штатив возьму другой, не могу, у меня же рука болит. Вот, зажимает здесь. А, продолжаю, девчули. Знаете, что было принципиально важно? Что, когда вы посидите на диване, обратите внимание, он не стеганый, вот, допустим, как подушки. Здесь нету такого пережима, ну, маленькой площади, которая бы давала не давала возможность растянуться. Здесь у нас, ну как, единая, значит, половинка. И поэтому есть вероятность того, что когда вы посидите, встанете, этот материал будет собираться гармошкой, да? Может быть, неоднократно вы такое наблюдали. Вот, я не люблю этот эффект. Это самое страшное, что может быть в диване. И в моем, я ни про кого не говорю, я про себя. Вот видите, девчонка села, удобно, хорошо. Вот, и поэтому... Мы сначала остановились же на желтом диване. Ну, допустим, желтый, он там бирюзовый будет, без разницы какой. Нам понравился, мы тоже на нем посидели и полежали. Там было без подушек, вот что удобно, без подушек. Я вообще в идеале хотела, чтобы подушек не было. То есть просто спинка, как у Софийки была. Вот, мы посидели, а потом мы... Савр сел, я посидела, мы встали. После меня было нормально, а когда встал Савр... Вот здесь вот уже были такие волны. Ну, то есть, как бы внутренняя часть, она как бы немножко продавилась. И как сказала девушка, она говорит, она постепенно будет подниматься. Ну, как постепенно подниматься, значит, что-то говорит о том, что качество какое-то внутренних материалов недостаточно хорошо, чтобы она сразу принимала свою естественную форму. Правильно? Потом, когда мы приехали в другой магазин, это, кстати, желтый был, много мебели, вы все знаете, да, это страшное слово, много мебели, сколько проблем у людей было с этими магазинами, и оказывается, все, что вот у них производится, это их фабрики, только они в разных городах производят эти, значит, диваны. Вот. А потом, когда мы приехали в любимый дом, я заставила Савра посадила, и на минут 3 он у меня сидел, потом я говорю, вставай. И он встал с этого дивана, девочки, он как был вот такой ровный перед тем, как он садился,
когда он стал, он был точно такой же ровный. То есть это говорит о том, что материалы качественные. Независимые пружинные блоки здесь стоят. И, естественно, латекс там, какие-то прослойки латекса. Все это, видимо, высокого качества, хорошей плотности, поэтому и вид он сохраняет. Ну, вот. Но тот желтый, да что ж такое, девочки, шкребет меня и шкребет. Хороший, хороший, молодец, молодец. Вот он ты, вот он, да. Как без тебя? Без тебя даже и диван не смотрится, что ты. И, значит, что я хотела сказать... А, желтый диван, он тоже был с независимым таким пружинным блоком, как они говорят, тоже там латекс, но судя по тому, что встаешь и остаются места, латекс был действительно не очень-то, наверное, и качественный. Ну вот, в принципе, вот такой диванчик мы купили, так вот он смотрится, серый цвет. Он, естественно, подходит под интерьер, будет стильно смотреться, но я... Почему-то думала, что я хочу увидеть на кухне какой-то такой яркий акцент. Знаете, заходите, все белое-белое, там белое-белое, такое чуть-чуть яркое. Ну, как-то будем теперь жить с серым диваном. Пишите свое мнение в комментарии, что-то там непонятно. Да, уже готово, можешь есть. Софийка пришла и ушла. А я пока рассказываю сегодня про свой диван. Так что будет стоять серый диван, напротив будет круглый стол, и, значит, получается стулочки. Все, тоже пойду себе насыплю, сейчас сделаю салатик, мы пойдем с Софийкой поужинаем. Попозже, наверное, подключусь, девчонки. Надеюсь, надеюсь. Ну вот здесь, получается, я планирую поставить этот диван, девочки, вот здесь. Это на широкоугольный, кажется, уменьшилась как-то комната. Если на обычную камеру, то это вот так. Вот, то есть в этом углу брали 90 было максимум, что нам надо было взять. Почему? Для того, чтобы когда мы поставим диван, он должен был, ну, вот так, по угол. То есть он как в нишу туда входит и все. И стоит в этом отделении. Не знаю, как я все буду, конечно, помещать здесь. Этот стол уберется, и здесь на его место станет круглый белый и 4 стула. Не знаю, девчонки, вообще, как это все будет смотреться, как это в реале будет происходить. Как бы не пришлось вот здесь ставить стол и стулья. Не знаю. Афонь, ты же уже рубанул. Курочку съел по-французски. Сейчас, чтобы не показывать мусорку. Вот. Я Софийка, девочки. Стыдно мне признаться, блин, съела вкуснятина, сочная. С бедрышками делала куриными. Просто обалденно. Все, и теперь пойдем дальше с Егоркой. Учить уроки. Егорушка! Ой, свет везде повключил. Егор! А здесь, девчонки, еще стоят товары Икеи, да, которые мы покажем, наверное, завтра. Девочки, хочу вам пожаловаться. Сегодня готовила и как воткнула себе в нож в палец. Так долго бежала кровь, наверное, час. А потом, бывает, начинаешь готовить, нажимаешь, и опять эта кровь выступает. Вообще, еще такая глубокая, но я прям, получается, так прям воткнула. Пельмени. Хотела, девчонки, отколупать пельмени. Они присохли к этому доске. А вот я же такая думаю, сейчас я ножом их отковыряю. И как в пальцы воткнула, чуть с ума не сошла от боли. Так и мусор надо вынести. Мусор выносим. Ой, все, уже осень, прохлада уже вовсю. Здесь этот старый лежит на матрасик. Стирку надо снять, Егорке. А ну, сейчас я пойду на утро. Садись, Егорка, решай вторую. Или ты переписывать ее будешь? Вторую переписывать, да? Переписывай аккуратно, красиво, как положено, да, Фонь? Вещи пойдем снимем. Хочу показать вам, как раскладывается диван. В общем, подушки убрала. Здесь, значит, просто мы берем, по-моему, вот так, да, вот так берем. Открывается он. И вот эта задняя часть. Просто, по-моему, ее наклоняем. В общем, наклоняем, соединяете. Мне нужно его отодвигать, чтобы она накрылась. И получается одна ровная линия. Ну, вообще, принцип понятен, да? Здесь такой железный металлический каркас. Очень качественная фурнитура на нем. Подушки хорошо, что можно тоже их стирать. Видите, вытаскиваем подушечку, стираем. Да, Егор? Ты мне что-то хотел показать? Uh-huh. А, сейчас я назад его сложу. Опа.
Смотри, как нашу школьную группу переименовали в Вайбере. Как? Ой. Мой, сейчас покажу. А кто переименовал? Ну, я не знаю, какой-то человек. Да? Ну, да. Который с Ланхауна есть. А, давай, что там? И что там написано? Шелли. И картинка жесткая. Кто-то из ребят, наверное, да? Наверное. Ой, кровь побежала опять на пальце больного. Ну все, наверное, мои хорошие. Буду, наверное, заканчивать влог на этом, потому что сейчас мы будем все купаться, укладываться пораньше спать, потому что вчера поздно легли. Тяжеловато было утром вставать. Сейчас заправлю здесь матрас. Фоня притащил свою игрушку опять. Ну вот, матрас заправлю, все подготовлю. Тут у меня полотенце постиранное лежат, все надо разложить и уже отдыхать до завтра. До завтра. Надеюсь, завтра будет у меня время тоже поснимать. Вот, еще же теперь занимаюсь, девчонки, изучением, стараюсь, знаете, смотреть на YouTube уроки по наращиванию ресниц, потом ошибки основные, ну вот все, что касается этой темы. Вот теперь я не смотрю детективчики и фильмы, теперь я смотрю видеоуроки и блогеров, которые обучают и рассказывают именно все про, ну, что касается этой сферы. Вот, поэтому появилось новое увлечение, которым буду теперь заниматься. Вот, надеюсь, у меня все получится, потому что, девчонки, скажу вам больше, я уже даже пинцеты эти дорогие заказала. Куда спешу, непонятно. И еще что-то интересное заказала. Скоро придет доставка, кстати, я вам ее покажу. Вы будете в шоке. Я сама в шоке от себя. Так что спасибо, что были сегодня со мной. Посмотрели этот влог. Ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Подписывайтесь обязательно, кто еще не подписан. И впереди будет очень много скоро интересного. Для меня столько страшного. Я как представлю эту кухню, которую разбомбят скоро. Это будет что-то. Это будет пыль, это будет хлам, этот грязь. Это... У нас зал уже превратился, девчонки, уже в склад какой-то. Такое ощущение, что это не закончится никогда. Такое ощущение, что вот на протяжении этих 2 месяцев мы как будто живем в этом. И уже начинаешь привыкать. Оказывается, почему у многих бардак в доме, и люди считают, что это нормально. Они просто со временем привыкают к этому. И прям с этим живут, и прям считают, что это норма. Оказывается, такое бывает. Да? В общем, у нас тоже почти так. Все, опять начала болтать уже лишнее. Всем пока-пока.